Вопрос, стоит ли это делать? Затевать что-то для своего здоровья. Особенно, например, переезд или какое-то действие. Вкладывать деньги в свое здоровье. Приобретать что-то, например. Или вообще просто вкладывать во что-то деньги. Но контекст тут имел прежде всего для вашего здоровья, для вашей жизни. Это не предметы роскоши. Ну и предметы роскоши, но это вам очень необходимо. И вы считаете, это поможет вам в жизни, по здоровью. Вот такой контекст описывает вопрос. Вот ответ при всех, как бы вам не был соблазнителен этот вариант, как бы он был вам необходим, казалось, все правильно или нет, карта говорит, категорическое нет. Вообще категорическое нет. Самая зловещая позиция царит. Просто самое зловещее, поэтому категорическое нет. Карта это запрещает. Вообще. Вам это кажется необходимо, вам кажется это соблазнительным, вам кажется это удобным, все что угодно, нет. Категорическое нет. Вот если есть нет, то стоп, дальше как это угодишь под паровоз. И имеющие уши да услышат. Но это действует на определенную ситуацию, определенное время. Время может пройти, и ответ на этот вопрос может поменяться. Но сейчас вот стоп. Просто стоп.